Ты можешь думать, что тебе не повезло сегодня, вчера. Ты можешь ссылаться на неудачу. Но запомни, удачи нет. Есть тот, кто ее создает. Ждать? Жизнь слишком коротка. Я не хочу ждать. Я действую, узнаю, чувствую, пробую, рискую, люблю. Живу. Кем стану, где окажусь? С кем буду завтра? Я сам создаю свой мир. Я сам создаю свою удачу. Ты можешь сказать так или можешь погрязнуть в рутине. Выбор всегда за тобой. Сделай правильный ход. Чтобы добиться успеха, нужно работать. Просто так ничего не бывает. Нужна активность, целенаправленное движение к своей мечте. Но в то же время не нужно насиловать себя. Найди свой ритм и чередуй работу с отдыхом. Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью. Как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок. Страх перед потерей и есть страх перед жизнью. Не бойся потерять. Куда страшнее не найти. Стены можно снести, цепи сорвать, ворота открыть. Никогда не бойся упасть, бойся не встать. Всегда будь человеком, ведь за это тебя будут уважать. А уважение – это путь к успеху. Не опускай руки раньше времени. Мечта никогда не простит тебе этого. Никогда не сдавайся.